Еще раз всем здравствуйте. В общем, задача моя все больше и больше усложняется. Нужно как-то подавать материал на трех языках. Поэтому я буду комментировать на русском, писать саммари, пытаться на английском. И кто мне может с этим помочь, пожалуйста, помогайте, потому что английский мой хромает. Ну и, соответственно, основное все на японском. Как раз как вчера мы тут... Мне тут вчера пытались фанаты Зестирии западные втереть, что Radiant Mythology не канон. Ну вот им привет от Canonno, да. Попробуйте, скажите, что Canonno не канон. Это даже не смешно. В Кристории у вас Canon Эсхард отсюда. Она из Radiant Mythology 2. А вот. В общем, Canonno меня поздравляют с четвертой годовщиной, и сейчас мы посмотрим, что у нас там в апдейте. Так. Так. Ух ты, ну вот, пожалуйста, понимаете, как они апдейты ставят? Так, это про ремонт, это мне не интересно. В общем, видно, да, что происходит? Давайте перезапустим. Я же говорю, наука в последнее время ничего не могут сделать нормально. Все сыпется, валится. Даже позиция курсора сбивается после апдейта. Вот это вот нормально? Я, конечно, понимаю, что я через эмулятор играю, но это ненормально. В АЕ таких проблем нет. То есть не надо расстраиваться, что вы не знаете японский и не можете играть в эти лучи. Это одна сплошная нервотрепка для очень хардкорных фанатов, потому что здесь еще все валится постоянно, и Кристорию делают те же самые безруки, в общем-то. Но обычно вот от такого косяка с позиции курсора помогает простой перезапуск. Сейчас посмотрим, поможет или нет. Это сейчас мой основной аккаунт, который, я напомню, несколько месяцев уже не рабочий. Так. Ну, вроде работает. Хорошо. Я говорю, то, что в этих мобилках хорошо сейчас, только то, что они заваливают валютой игровой. За компенсацию за все косяки, за все их вот эти вот праздники, которые сейчас происходят. С бесплатным призывом, где можно получить все, чего у вас нету. Сейчас что-нибудь получим.
Здесь стиля легка на помине. Так, ну ладно. Смотрим, что они тут наапдейтили опять. Обучалка. Мирина ва хито но сева у суру но га суки да на. Новая обучалка. Потому что опять все переделали. Так и что? Они умудрились сломать даже обучение не работает. Вот представляете вообще, а? И не надо говорить, что у меня эмулятор, дело не в эмуляторе. Так просто не должно быть. Ох. В общем, так. Я сейчас с этим всем разберусь. А хотя, ладно, нет, составьте мне компанию. Третий перезапуск. Никакого терпежа на самом деле не хватает на вот это. Мне сейчас вот пишут. Доброе утро, мам. Мне вот сейчас пишут, я вот села первым делом посмотреть с утра, что у нас тут делается. Потому что люди уже тоже на английском пишут. Жалко, я не знаю японского, не могу играть в лучи. Ваше счастье, что вы не можете играть в лучи. Вот. Просто я не могу за этим миром не следить из-за астерии, поэтому приходится через вот это вот идти. Я хотела спокойно начать утро в АЕ, но они накатили этот апдейт. Ну что, тогда идет нафиг обучение. Смотрим сами, разбираемся, да? Ок. Где у меня был Рейвен? Рейвен, сам ты где? Вот он. Шоурайсе бацгун ну кога таксан ири жанай но,
野郎はどうでもいいわ。Не, ну тут все по-прежнему пока что. Пока все по-прежнему. Так. Нет, пока все здесь по-прежнему. С этой войной апгрейдов. А в комнате что? Я уже жаловалась, да, что этот аккаунт у меня второй. У меня эмулятор упал. Я потеряла 1.5 года своих трудов. По своей глупости. Потом я сделала Bandai Namco ID. И тебе с добрым утром, Юр. Боже мой. Так. И даже бонусов никаких нет сегодня. Ну, вообще. Рак. Короче, лор вот этого аниме раскурите по демонам. Вам это очень сильно сэкономит нервы. Я, пожалуй, сюда сейчас их позову. Нафиг этот толстовый каст весь. Я держу этот аккаунт, потому что у меня здесь персонажи Slayers. Пускай вот так у нас будет, чтобы люди не путали вообще фигню ни с чем серьезным больше никогда. Лина, по-моему, похорошела, кстати. Лина на силу карил? Чекук стеяр гири ва най га, яме токе. Мембар но чико шоукай? 悪いが俺はそういうのは苦手なんでね。Вот. Короче, разберусь с новинками геймплея, дадут нормально швана, будет новое видео. А сейчас пока вы видели, да, во что превращается попытка даже посмотреть учебник здесь. Это вообще кошмар. Просто кошмар, чтоб учебник завис. Спасибо за внимание. Не портите себе нервы. Реально не портите.